попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. По сведениям Натальи Радуловой, бывшего ведущего Первого канала содержит состоятельный мужчина, который ради близости с Максимом Галкиным даже переехал в Израиль. Сегодня известная журналистка Наталья Радулова в своем телеграм-канале «Баба Яга против» дала понять, что слухи о голубизне супруга Аллы Пугачевой не лишены оснований. Более того, репортер прямо назвала имя предполагаемого друга российского шоумена, якобы им является сбежавший в Израиль 57-летний олигарх Михаил Прохоров. Отметим, что «Экспресс-газета» не может подтвердить или опровергнуть данную информацию, делать выводы должны читатели. Олигарх и конферансье все эти годы частенько оказывались вместе то в Куршавеле, то на вечеринке какой-то. А теперь вот Прохоров рванул вслед за звездным семейством в Израиль и вообще, как проговорился продюсер Лавров, материально содержит там их. Может, это просто дружба крепкая? Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей и вьюг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Иронизирует Радулова. Кроме того, по информации журналистки, Михаил Прохоров организовал свадьбу Максима Галкина и Аллы Пугачевой, оплатил все сопутствующие расходы и свадебное путешествие. Все это, как считает Радулова, недвусмысленно дает понять, какие отношения связывают олигарха с юмористом. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.